En Control Norte, y la zona arqueológica está aquí. Como ustedes ven, la zona restringida o que no se permite el paso es toda la zona tomate. Ustedes pueden caminar si desean hacia la laguna del Inquipungo. Мы приехали к вулкану Катапакси. Я потеряла свой баку каучи. Настя потеряла свой баф у кауча. Если вам эти говорят что-то слова, значит, вы в тревел-тематике. Значит, вы знаете, что такое баф, что такое кауч. Мы идем к лагуне. К лагуне на букву L. Этот вулкан был активен 3 месяца назад. Что-то он там, эрупцион у него был. Вот, и нас не пустили смотреть археологическую зону, которая находится всего лишь в 3 километрах от пропускного пункта. Вот, не пустили, просто сказали, что если что-то случится, то нас никто оттуда не эвакуирует. Да, а потому что она находится в томатной зоне. Вот там дорожка проходит в 50 метрах. Вот дальше нее туда нельзя идти. Идем мы вон туда. Вон туда идем. А вот вулкан. Вулкан и Настя. Куда мы идем? На вулкан! Пойдем! Я покажу тебе раскаленные газы! Мы идем на качели, которых покачаться стоит $1. Здесь выращивают фрукт, название которого мы еще не знаем. Точнее, не знаем, но мы его никак не можем запомнить. Я знал, но забыл. Вот, неожиданно, с тропы мы вышли на широкую дорогу, которой не было на нашей карте. Мощёные камнями, каждый камушек уложен вручную. Тысячи лет назад. Весь Эквадор вот в таких вот дорожках, и каждый камушек вручную уложен. А мы все еще идем к качелям. Но мы уже слышим веселый смех. И видим толпы людей, и качели эти маленькие. Ну, посмотрим, как видимо, они будут. Видимо, там очередь. Очередь, наверное. Наверное, все из вас видели фотки про Эквадор. Человек над пропастью на качелях в одиночестве. Только зеленые холмы и никого. И облака, и вулкан. На самом деле есть пропускной пункт. Никто не знает, кто этот дом построил, зачем. Но так как в Эквадоре туризм развивается, вход к этому домику и качелям платный. Автобусы, парковки, парковщики. Все это за каких-то одних качелей, которые вы потом увидите в интернете красивыми над пропастью, одиночество и нет никого. Вон, там качели, и если ты подходишь к этим качелям эквадорским, то можно увидеть еще штук 5. Привет, пёс. Штук 5 качелей над пропастью в разные стороны. Это металлическая касса де Арбуль. Там еще видно, сделали троллей какой-то.
Сегодня или вчера прошла сель, смыла полдороги. Ребята ее расчищают. Вулкан Тунгурагуа. Ищем местечко под палатку. Сегодня у нас будет охота на красивый вид. Спускаемся к водопаду под именем Пайлон Эль Диабло. Дель Диабло. Переводится, не знаю. Скорее всего, глотка дьявола. А вот и она. Нет, это не она, идем в другом. Здесь два входа, и мы идем с тобой по правому или по левому. Просто с одной стороны подходишь один вид, с другой стороны подходишь другой вид. А вот и сеньор, которому нужно заплатить. Итак, мы зашли. Все люди на выходе выходят очень мокрые. Это очень подозрительно. Странно, сегодня нет дождя. Я, в принципе, уже это все вижу. Класс.